Давай, Шумахер. Так, получается скорость... Так. Ага. Тест-драйв на Ягуаре. А он, чтобы вот резина аж прям горела, может такое, нет? Может. Или сейчас контроль стоит просто, да? Да. Можно за один круг жечь. Угу. Ох ты, ёптыть, врезались, Павел. Где? Ну где, где? Выскочил за линию торможения. Да, да, да. Я не знаю, что получится. Там запикивать надо будет некоторые слова тебе. Но это эмоции. Ты кто будет это смотреть потом? Я заранее приношу извинения. Ну, 5-литровый Ягуар. Это мощная штука. Вообще, это такое брат, я не знаю. С Lexus не сравнимо, конечно. Lexus Toyota, блин. Здесь потихонечку я опять расскажу. Давай на этот раз укладывайся в тормозной путь. Вдавливает сиденье, разгон сумасшедший. Мне что-то... Это мозг улетает уже. Ну, с тобой опасно ездить, блин.
Что я могу сказать? Впечатления, конечно, обалденные, ни с чем не сравнимы. Остается протестировать теперь только Porsche Cayenne. Как там будет выглядеть? Ну, поделитесь, как вообще впечатление от вождения Ягуара? С Lexus, конечно, и Mercedes, ну, средний. Ну, вот это вообще, это мощь, конечно. Porsche Turbo, Porsche Turbo будем тестировать? Будем обязательно. Я на нем ездил, конечно, на скорой, на ускоренном не ездил.